Привет, мои дорогие! Я в Петроградском районе. Сегодня у нас 18 апреля 2019 года. Мы с вами находимся в Петроградском районе. Здесь такая красота. Мне так нравится. Я здесь никогда не была. Первый раз. Смотрите, какие там самолеты летают. У нас солнышко. И весна. Прекрасная погода. Смотрите, как красиво. Такие статуэточки. Очень красивые. Видите? Прям какой-то Посейдон. Посейдон. Даже не знаю, что олицетворяют эти структуры. Привет всем, мои хорошие. Снимаю вам Петроградку. Идем с вами гуляем. Вернее, как гуляем? Я бегу на работу. Не знаю, как насчет гуляем. Такие люди ходят. В общем, погодка шепчет. Замечательно на улице. Деревца, как все красиво. Не знаю, где я иду, как улица называется. Можно прочитать. Давайте с вами прочитаем, как улица называется. Если вам будет видно. Мне лично нифига не видно, потому что солнце. Я ослепла. Видите, как красиво. Какое дерево вообще? Прям какое-то японское, честное слово. Да, очень хорошо, я вам помню, не помню. Так все красиво! Обалдеть! Я просто разлетелась на все стороны. Я, короче, бегу с одной работы на другую. Здесь не ходит никакой транспорт, наверное. Ну, кроме вот таких мотоциклов. Мотоциклов и... О, поехал. И машин. Люблю машину, буду ездить на машине. С работы на работу. О, малой машины вылез. Смешный вообще. Привет. Не знаю, правильно я иду или нет. Я, короче, иду к Чкаловской. К станции метро. По-моему, я пришла. Опять там солнышко сверкает. Очень красиво. В общем, в Питере настоящая весна. Всех с весной, друзья. Я не знаю, сколько сейчас времени. Где-то половина второго. А мне в половину второго нужно быть на работе. Я позвонила, отпросилась. Сказала, что немножечко задержусь. Минут на 10-15. Ну, не знаю, задержусь ли я на 15. Или на 20. Не знаю, короче, туда я иду, не туда. Ну, походу, туда. А там какое деревце. Все в цвету. Ладно, идем дальше.
Да, вот метро. Я пришла. Замечательно. Показала вам немножечко Питера. Ага, мужик говорит. Вот какие тетечки на остановке. Ветки. Вот я на Чкаловской. Видите? Чкалов. Я вас уже знакомила с ним. Сейчас еще раз покажу. Вот он. Вот он, Чкалов. Запомнили? Ну все, можно забывать. Девки обнимаются. Наверное, поздравляют друг друга с весной. Вот, мои хорошие, у нас весна, распускаются почечки, травка начинает зеленеть. Где-то, наверное, уже распустились цветочки, а у нас только почки начинают распускаться. Вон, видите, травка уже, только снег лежал. Сколько голубей. О, развалился. Такие деревца. Ну все, мои хорошие, всем прекрасного весеннего дня. Всем всего хорошего. Вон сидят голубки, влюбленные. Всем пока.